Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня у нас 23 декабря. День прибавился уже на одну минуту. А сейчас делают, они вон там. Никита подряд. Сейчас там вышка стоит. Ну, вот. Кто его знает, сколько они будут ковыряться. Ну что, растопить, да? Да я сама растоплю, а если ты не хочешь. А кто тебя снимает? Ну, спеши на рыбалку. Ну, давай растоплю, еще растопить. Ну, как хочешь. У нас нет света. Выключили, с самого утра выключили свет. Все, жизнь остановилась. Отопления нет, котел не включается. Телефон не работает, потому что тоже от розетки работает. Интернета нет, света нет. В общем, холодно-голодно. Вот. Ну, радует то, что уже день стал прибавляться. Уже дело повернуло к весне. Вот. А мы сейчас, Лёшек растопит каминчик, потому что дом все-таки остывает. Уже где-то час нет света, да, Лёшек? Около часа уже нет света. Наверное. Вот. Телефон работает. Да, хоть телефон работает. Ну, а связи все равно нет. А-а-а. Антенны нет. А-а-а. Вот. Ну, снимать можно. А у меня здесь, гляньте, что, ребята, процесс. Включили газ, чтобы было теплее. Вот. И последний в этом году процесс. У меня теперь есть запас. Вот. Пока оставлю это дело. Пока хватит. Как только начнут запасы истощаться, возобновим процесс. Вот так. Сейчас разолью все по бутылкам. Тут у меня вот есть еще бутылка из-под перцовки с перчиком. Вот туда сделаю перцовочку, налью. Добавлю перчика острого. И, ой, классно будет. Вот так вот. Такие вот у нас утренние дела. Хотя уже почти не утро, 10:30. Вот. Лёшек сейчас нам разожжет каминчик и пойдет на рыбалку, да? Да. Лёшек хочет на рыбалку. Ты на все открыл, да? Да. Вот так. И будет тепленько. Сейчас дровишки затрещат. Леночка задала нам задачку. Вот думаем теперь, куда повесить нам гирлянду. Она 3 метра. И куда ее повесить? Так что елка, не знаю, елку мы, наверное, поставим вот здесь, вот у камина. Или здесь, или вот здесь у окна. Не знаю. Мы пока думаем, да, Лёшка? Ну а что, если здесь у окна стоять, шторы не закроешь? Или вообще не открывать ее? Будет темно. Ну и она будет светиться вот так вот, просвечиваться туда. Ну, лучше, мне кажется, вот здесь вот. У нас здесь в прошлом году стояла елка. Вот. Пошло гореть? Не знаю. Не знаю. Щелкнул. Бумаги, наверное, мало. А возьми баллончик, вон, баллончиком этим. Ну, ладно, все пойдет. И все. И все. Мало бумаги. Мало половин. Мало-мало половин. Дом 2 закрывают, ура. Дом 2 закрывают, ребята, представляете?
Это нонсенс. Сбылась мечта. А что ж такое? Что такое могло произойти? А? Вот зря ты взял эту газету. Там в этой газете объявление, которое нам надо было. А где это? Поджигалка, вон она. Сейчас они подсохли немножко. На улице мороз и ветер. Мороз небольшой. Да уже, наверное, градуса 3. Да нет. Нет? Держится? А может, 5? А может и 5. Сейчас глянем. Сейчас посмотрим. О, Варя. А, пришел сосед. Что? За Варькой. Маркиз? К Варьке пришел, да. И он за Варькой бегает. Ах ты ж. А ничего не получится. Уйдешь ты, Егор, не солоно хлебавши. А, Егор пришел. Она убежала на этот, на забор. Пошел к ней. Будешь ты теперь ей просто другом. Да. Поплелся. Сколько градусов? Ух ты! 7. Да. Вот, 7 градусов. О, минус 7. Хорошо, хорошо. Пускай лучше будет минус 7, чем слякоть. Все, облизнулся и ушел. Варвара никак не реагирует. А я напомню вам, мы же ее стерилизовали. Так что теперь все. Хоть медь, хоть не медь. Ага. Ага. Ой, трется. Метит. Конечно, надо пометить. А как же? Не твоя эта территория. О, пошло. Вот тебе денег. Лёшик что-то возмущается. Ну как, пенсионные накопления. А на них строят дома какие-то там непонятные. Ну. А старикам кто будет помогать? Это же их деньги, как бы и наши, и их. Ну им виднее, Лёшик, что с нашими деньгами делать. Он говорит, что мост строили тут крымский на пенсионные накопления. А у них денег нету, видишь? Нет, да. У нас потихоньку горит камин. Свет уже включили. Вот. Табуретку эту надо убрать. Только, да? А как же потом залезать? А ну вот же стульчик у нас есть. Вон. А-а-а. С маленького стульчика можно достать. Позвонила мне Таня. Не получается у них приехать 30-го. Коля работает. Даже еще работает 31-го, наверное. Ну, может, приедет автобусом. Таня приедет автобусом пораньше. А Коля приедет уже потом. В общем, не знаю, как получится у них. Будет видно. Жалко, конечно. Самая же вот интересная подготовка к празднику. Сам праздник уже как-то грустный. А вот сама подготовка, вот эта готовка по телевизору, фильмы вот эти вот классные, новогодние. Я обязательно буду смотреть «Красотку и любовь и голуби», поставлю себе. Обязательно, это даже не обсуждается. Вот.
недавно смотрела, ребята, посмотрела фильм «Экспроприатор». Мне очень понравился такой вот жизненный такой и артист этот Артем Ткаченко. Так играет здорово, прям так вот натурально, ну молодец. Он мне так понравился в своей роли. Да вообще все артисты, все. Если будет возможность у вас, посмотрите, там 16 серий. Ну, я прям на одном дыхании так вот посмотрела. И еще вчера смотрела тоже мой любимый фильм «Афера Томаса Крауна». Ой, как я его люблю! Как же играют! Ой! Там Пирс Броснан и... Ой, как же ее... Не помню. Вылетела из головы. Ну ладно, такая артистка. Блин, так они играют. И такой вот, ну, романтический такой фильм о любви. Ну, вообще, о любви, а, ну, такой прикольный. Об афере. Вот. Так что посмотрите, найдите в интернете, посмотрите, кто не видел. Мне очень понравился этот «Экспроприатор». И аферу Томаса Крауна я смотрю, как только показывают по телевизору, так я ее и смотрю. Даже в один день вот как-то показывали по двум программам его, и я смотрела два раза в один день. И интересно. Вот. Так что так вот. А в новостях сейчас передали, ребята, в Норильске минус 50. Можете себе представить? Ночью обещают минус 55. О, кто у нас из Норильска? Или поблизости там, держитесь. Я представляю, это какой у нас вон минус 10, и мы пищим. А то минус 50. Процесс у меня еще идет. Процесс движется. Так, ну что, скоро обедать, да, Лешек? Да, пора. Скоро обедать. О! Ну, я вроде отошел, остыл. Остыл, нагрелся? Нагрелся, да. Лешек ходил на рыбалку, мало взял сигарет с собой, поэтому быстро пришел. Сколько поймал? Одну рыбку? Одну рыбку. Одну рыбку Да, вообще поймал. не клюет. Погода, может, такая, кто его знает. Может, ветер не тот. А ты смотрел, какой ветер, какое давление? Ну что, не ходить, что ли, тогда? Почему не Вдруг будет ходить? клевать? Кто ее знает? Рыба такая дура. Ну да. Ребята, хочу показать, как я иногда делаю картошечку. Получается очень вкусная картошечка. Вот у меня жарится здесь лучок на сливочном масле. Маслица, как видите, вот много. Масла должно быть много. Вот так, чтобы наш лук даже вот так вот как бы протушивался там, вот в этом маслице. Такой аромат стоит. Ой, не могу просто передать. Чуть подзолотиться сейчас. Ну вот, лучок такой вот чуть-чуть подрумянился. Все. Так, картошечка. Картошечка у меня уже сваренная. И мы ее вот сюда. Вот так вот перемешаем. Пускай она чуть-чуть вот так вот тут вот прогреется, прожарится, не то что прожарится, а ну просто прогреется, пройдет вот этим вкусом. Пропитается вот этим вот вкусом лука и топленого маслица. Ой, как вкусно.
Ну вот. Если картошка у вас только сваренная, она не стояла, значит, вот ее можно только перемешать вот так вот. Все. И она готова. А, конечно, если холодная, то надо ее прогреть.